Дорогие мамочки, давайте сосредоточимся сейчас и послушаем один из злостных комментариев хейтеров. Внимание! Зачем мамаши таскают детей в отпуск? Они реально мешают в самолетах тем, кто заплатил за билеты. Пускай дома сидят. Вот я согласна. Да пошли они. В смысле, почему? Очень странная позиция, что дети не должны ездить на море и там, не знаю, загорать на пляже, получать витамин D. Ну а как быть тем, кто сидит вот без детей, они хотят расслабиться, берущие, не знаю, думать. Но я почему-то вот считаю, что они правы. Подожди, я ну а если человек храпит в самолете взрослый? Ну, получается. А потом что будет обсуждать? Я не знаю, мне кажется, это человек, который... Откуда он взялся? Он откуда вообще родился? Он не был ребенком? Или он... Он не летал в самолете, когда был ребенком. Он завидует это за деревню. Я его поздравляю, что его возили в деревню. Мои дети, слава богу, будут есть на море. Вот честно, у меня, когда не было детей, я всегда придерживалась этой же позиции. Когда мы летали нынче в отпуск, я вся просто красная была из-за того, что мой ребенок орал, и я видела, как людей это бесило. Так это причина в тебе. Ты так воспринимаешь. Месяцев летаю, я ни разу не видела каких-то проблем и негативных комментариев. Юля, что ты думаешь? Мне кажется, нашим детям нужен витамин D. Мы живем в Красноярске, где через этот уровень смога витамин D вообще не проникает. Ну, чтобы поэтому витамин D получать, детей это надо надолго, на месяц возила уезжать на море и буду возить. И мне, честно говоря, вот все равно, на что подумают. На две недели подумают, вот эти путешествия, это не про здоровье. Сидишь это вот больше про развлекалово. В этом кресле, чтобы, нет, вот, а если чтобы поскорее доехать, такой стресс. Вот, а еще кто-то будет тут вмешиваться. Нам сложнее, чем всем им. И вы, и как бы все орут, пишут, а вы хотите его да, отдать. Да в дьюти-фри можно. Выехать. И храпеть. И детей раздражать. Это же только в России. Дети раздражают взрослых. Мне кажется, Европа уже давно к этому лояльнее относится и толерантнее, вот это вот слово, чем... Подождите, мне кажется, если честно, они раздражают всех. Меня, даже меня, бывает, они раздражают. Другой вопрос, как ты, блин, себя ведешь при этом? Да, он раздражает, но ты понимаешь, это 5 часов, это ребенок, который летит из этой Сибири на юг. Ну, подождите, да ну как он это? А если он еще фигачит вот так спинку? Так вот. Ну это другое. Жопа прям. Вот, видите, как получается? И если у вас есть дети, вы совсем по-другому смотрите. Когда ты летишь, мне кажется, же можно как-то подвыбирать рейс, чтобы в ночь этот дом полет. Какой рейс? Тебе дали путевку, ты летишь. Мне кажется, все больше родителей сейчас возят своих детей. Надо быть просто всем к этому готовым, кто летает. Ну что теперь сделать? Это такая реальность. Там есть самолеты, есть дети. Вот, и... Нет, я понимаю, знаете, когда вот маленький, маленький может попроще, такие а вот такого возраста, это вообще пиши пропало, мне кажется. Не знаю, летаем регулярно, вообще нет проблем. Если мама подготовилась, берем с собой книжки, там, не знаю, какие-то разливашки, мультики и так далее, и нет никаких проблем. Ребенка развлекает. Ребенок только если ему плохо. Да. А вот если ему дети... плохо, и... Нет, кто-то в самолете обязательно орет, ну скажите. Нет, ну понятно. Правда, а что делать с человеком, который негативит, например, на вас? Вот ваш ребенок орет, и человек на вас орет. Успокойте своего дома ребенка. Что делать? Я, если честно, даже внимания обращать на этого человека не буду. Тебя не устраивает, есть твои проблемы, ты можешь выйти. Мне кажется, этого человека не возили в детстве на море, поэтому он такой вредный. Наверное, так. Ну, или ему вообще нет детей. Заканчиваем обсуждение. Давайте сейчас проголосуем, кто согласен с этим тезисом. Зелененькая. Кто не согласен, красненькая. Согласен с чем? С тезисом. Так, у нас почти единогласно, кроме меня.